14 часов. В эфире радиостанция «Шоколад FM» 103.1. Случайный краш велосипедов на территории Советско-Гамовского района. Он допустит просит граждан быть более бдительными в сохранности своего имущества. Велосипедов в легко доступных местах. Будьте внимательны. Если вы располагаете какую-либо информацию по данным происшествиям или заметите имущество, дело полиции по телефону 54, а также 15А. Радиопрограмма рекомендована для прослушивания лицам старше 12 лет. О чем нам звезды нашептали? Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Овны 13 июня в личной жизни может быть...